Добрый день, с вами компания Кальянс и я Антон Оренбург. Очень много вопросов по настройке пультов для крематоров и инсинераторов. Сейчас покажем, как настраивать двухгорелочный пульт для инсинератора. Производим сброс настроек. Удержанием кнопки PROC вызываем черточки и набираем цифру 118. Нажимаем PROC. Сброс произведен до заводских настроек. Теперь настраиваем по новой. Удерживаем кнопку PROC до появления черточек. Нажимаем кнопку PROC один раз. Появляется буква А. Выбираем параметр B. Стрелочкой вверх и нажимаем кнопку PROC. Появляются черточки, жмем PROC еще один раз, первый параметр B04, в нем мы ставим цифру 2. Далее идем в параметр B10, устанавливаем цифру 5, параметр B17, устанавливаем 0, параметр B20, устанавливаем 5. И параметр B27 ставим 0. И ждем, когда запрограммируется устройство. Устройство запрограммировалось. Теперь выставляем температуру. Для инсинераторов и, как правило, для сжигания медицины, первая температура в камере дожига выставляется 800 градусов. Дельта 50. И в основной камере оставляем 300 плюс 50. Этого достаточно. Все устройство запрограммировано и готово к работе.